Анатолий Локоть наградил лучшие предприятия Новосибирска. Мэр отметил почетными знаками и дипломами победителей традиционного конкурса «Новосибирская марка». Она дает, поверьте, пожалуйста, не просто титул, не просто значок, но дает позиционирование, дает репутацию, дает тренд на дальнейшее развитие, дает новые контакты, дает доверие со стороны потребителей, социальную, социализированную и политическую поддержку. Это очень и очень важно. Предприятие очень трепетно к ней относится, я бы так сказал. Соревновались предприятия в сферах производства продукции, оказания услуг, безопасности и защиты бизнеса. 37 победителей по 24 номинациям. В основном фирмы, оказывающие услуги и внедряющие инновации в эту сферу. Например, новосибирские библиотеки представили новинку – объединенный читательский билет. В содружестве с ГПНТБ и с юношеской библиотекой мы запустили единый читательский билет, поддерживаем эту технологию, и к этой технологии подключаются все библиотеки города Новосибирска поэтапно, и таким образом по одному читательскому билету можно пользоваться всеми библиотеками города Новосибирска. Книги брать в любой библиотеке, сдавать в любую библиотеку, пользоваться единым порталом «Читаю 365» и вообще читать. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!